Ребят, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами посмотрим дочка Джохан. Да, давно не было Джохан, давно не было Мармока. И сегодня мы решили посмотреть их обоих. Чуть не сказала обои. Ладно, сложная шутка. Лайкосик, подписочка, колокольчик. Кстати, мы с Брэдом открыли магазин игр. Сейчас там проходят большие скидки. Купив ключ за 100 рублей, ты можешь выиграть игру за 2, а может за 4000 рублей. Ссылочка находится в описании и закрепленном комментарии. Если ты хочешь поддержать мой канал не только лайком и подпиской, то можешь приобрести игру на этом сайте. Мне будет очень приятно. А если пришлешь скриншот покупки в ВК, то с меня роспись на стенке. Поехали смотреть. Знаешь ли ты, что есть у нас сервер, называется InSquad в GTA 5 RP. Не забывай на него заходить, мы там тебя всегда ждем. Ну а пока к делу. Перевоплощение — это прекрасно. Мы успели побыть разными животными, свиньями, крысами и так далее. Но гораздо интереснее попробовать себя в амплуа полицейского. В общем, все просто. Мы решили взять с собой заложника, которого играл Богдан, и постараться посадить его в камеру. Ничего не... Теперь посмотрим, как это выглядит со стороны Джохана. От лица Джохана, глазами Джохана. Подозревающим реальным полицейским. Надо было сделать так, чтобы они не поняли, что мы самозванцы. Сейчас. Давай невозмутимы быть абсолютно всегда, вообще в любом случае. Но мы же знаем, насколько беспалевно это было. Возмутимость. Да. Руки сложены сзади. Так, даже если вас палят, вы невозмутимы. Невозмутимы всегда, да. Сэр, в данный момент территория закрыта для всех. Сорян. В смысле, мы преступника ведем. Давайте я пойду, спрошу, кого вам... Это очень интересно, но приказ губернатора. Преступника. Я не знаю, это он нам или нет, блять, мне стать. Не остановиться. Сэр, я сейчас вызову должностных лиц, которые смогут ответить на ваши вопросы, пожалуйста, подождите. Видимо, мы не в то отделение поехали, уходим. Ошиблись, спросим прощения. Мои полицейские. Мои полицейские. Давай за угол. Давай за угол, мы тебя ждем. Меня вяжут! Меня повязали! Ты хотел в тюрьму. Поднимитесь и скажите, это наш клиент. Да что? Куда наш клиент? Топи, да она топи, да целятся по нам, топи! В смысле целятся? Кто? Ну, военные целятся. Вернитесь, офицер, и заберите меня, блядь. Операция провалена. Тормози его. Прижимаемся к обочине. К обочине, пожалуйста. Добрый день. Это ваш автомобиль? Ваша машина по подозрению в угоне. Да? Вы уверены в этом? Ай, что с машиной? Добрый вечер. Лучшая тактика. Не до копы просто. Пришел полицейский, по-моему, блядь. Я убегаю. Я поплыл, короче, куда-нибудь, блядь. Он попал в копы, блядь. Он ехал. Он кинул меня. Уебок, блядь. Что ж, первый блин комом. Такое бывает часто. Попытка номер два. Бля, какая красивая крыша. Ёба. Там вертолет! А, вы садились сюда. Да что это за место? Это фига вертолеты. Блять, я упал. А, все в порядке, да? А я поднимался. Оп! Там один парень, он АФК. Он бегает, смотри, что? Что? Где? Он сейчас на крышу придет. Да, быстрее. Блять, валим. Он на крыше уже. Давай, бежим. Помогите, дайте. Да она медленно обходит, она ебанута, там винт крутит. Стойте. Что там было? Что там произошло? Что это такое? Когда просто отошел на минуту. Ну там даже секунд 30 было, просто все хорит. Что, блядь, за шум? Здравствуйте. Мы летели на задание. Самолет потерпел крушение. Задели крышу. Преступников перевозили. Господин офицер, можете, пожалуйста, меня отвезти в больницу, чтобы я медкомплект достал, поднять своего товарища?
Аркаша, у тебя тоже? Одолжи вертушку, блядь, в магаз бегать. А, ну давайте, значит, полетим в больницу. Умирает человек. О, о, все, все, сажусь. Держитесь, я скоро буду. Вот раздание, вот раздание. Там внизу лежат. Сядьте где-нибудь, сядьте где-нибудь. Мы можем воспользоваться вашим вертолетом? Да, думаю, если он заведется, он так неправильно сел как-то. Чего не могу ходить? Ты не можешь ходить на ручниках! Аккуратнее подпустите. Только затем, как я завязал. Господа, господа, стойте. А... Опа. Что? Все равно смешно. У нас преступник улетел. Вы нашего преступника задели. Он улетел. Так он сам подошел, вы же его держали. Я не держал его. Ищите нового. Ищите нового. Ищите, пожалуйста. Мы перевозили преступников, упали на вашу крышу, за помощью спускались в медучреждение, поднимали преступников, задели преступников постом, они улетели через крышу, и теперь что нам делать? Объясните мне одну вещь, почему вы сажали преступника на нашу крышу? Зачем мы не вообще? Сажали его, мы на вашей крыше потерпели крушение. Прекрасно, понятно. Удостоверение ваше, покажите, пожалуйста. Блять! Прекрасно, удостоверение. Они за тобой побежали, я на крышу сейчас прогнал! Блядь! Я забыл! Вы меня отпустите, скажите честно, или вы меня задержать хотите? Покажите ваше удостоверение, пожалуйста. Оно сверху осталось. Что тут произошло? Сейчас заберу секундочку, оно сверху. Все, и похуй, блядь! Улетел! Фонтан! Не долетел. Ладно, ладно, ну с третьего раза уже ну точно должно получиться, ведь так? Отойдите, пожалуйста. Добрый вечер. Хорошо. Какие же вы мрази, ненавижу. Они все за нами ходят. Ну короче, Аркаша, он твой, блядь, я назад. Я сзади буду. К стенке его надо просто, на. Ставлю к стенке подозреваемого. Да это решетка, блядь, это не истина. Засовываю палец ему между ног. Этого не... Найдены документы на имя. Я хочу заметить, что это не стенка, это нарушение моих юридических прав. Найдены документы на имя Василия Пупкина. Мне стыдно за моего товарища. Копаешься в моих штанах без адвоката. Засовываю глубже руку. Вот мы и встретились вновь, господин на синем спорткаре. Где ваша машина? Я заказал еще вчера. Богдан, каждый сам за себя ебет. Откуда звук? Мы плавненько перешли к метро. Что, тебе руку дать? Да, нет? Сам справился? Видимо, нет. Я аж сопли все проглотил. Кстати, было вкусно. Что за звук? Тринь. Что? Тут еще где-то, что ли, есть? Кому плохо? Эй, вставай! Ты последние 25 лет просрал. Так вот, как я со стороны выгляжу, оказывается. А здесь кому плохо? Что за звуки доносятся из всех квартир? Что с тобой? Ой, оказывается, вы уже отдыхаете. Простите, что побеспокоил. Здравствуйте, я ненадолго. Я всего лишь провести небольшой опросик. А мне мама, кстати, тоже говорила в детстве не смотреть близко телевизор, но я не верил ей, я не думал, что из-за этого могут так сильно обои у вас облазить. Вы это вообще видели, нет? Пиздец, я был неправ. Ты это видел, дед? Нахуй, дед. Так почисти грызло. Как одеть маску? Как одеть скафандр, блядь? На что? На G, на Q? На что? На что одеть скафандр, ёбаный, блядь? Да твою мать! Да какого хера, блядь? Ну на что одеть его? Ну почему мне не говорят? Ж какая зажигалка, да? Я не могу, меня тошнит. Ну как забежит? Креветка опять эта огромная. Ты хули орёшь, а? Да заебали меня, на что этот скафандр одеть ебаный?
Ты чё орёшь? Ты испугалась! Ты меня испугала! По-моему, первый заорал. Удачи, директор, капитан, кто, генерал, простите. Да. Что? Что? Что за... Я сейчас очень медленно пойду назад, а вы даже не думаете дергаться, стойте так, как стоите. Мне не хватало еще с обосранными штанами миссию проходить, потому что... Идите нахуй! Идите нахуй! Идите нахуй! Спасибо. Ой. Ой-ой-ой. Прошу прощения за столь вероломный визит, но... Нет ли у вас патронов? Но миссии поставился только так. Мне было бы приятно. А вам уже похуй. Что? Что, он пустой подъехал? О, занервничал. А-а-а-а-а! Ёбаный! А! Поздравляю. Я нашел твоего заместителя. Это бочка ебучая. Пиздец! Что, уже конец? Это, как всегда, немногословен я. Скажу вам только, что на сервер заходить пора. И то, что жрать, пойду-ка я. Не обращайте внимания, просто я весь день сижу в монитор, пялюсь. И мечтаю о том, чтобы прилечь и пожрать. Желательно одновременно. Желательно не совершая при этом никаких действий. Вы можете выключать плавненько. Пока я несу эту хуйню в конце, вы можете просто плавненько все уходить, там, выключать. Можно я на фоне что-нибудь попижу тупое, не знаю, почитаю что-нибудь? Нет, даже читать ничего не стану. Ты еще здесь, что ли? Говорю, давай, пока, все, конец, ББ. Ты все еще тут? Капец ты упертый. Ну ладно, целую. Ну что, ребят, лайкосик, подписочка, вот так. Колокольчик, все, пока-пока. Кстати, в комментариях 5 словами опиши свой день. Я не думаю, что кто-нибудь вообще досмотрит до этого момента, но как бы, если ты вдруг досмотрел... Ну, чё такое? Если ты вдруг досмотрел, вот, пиши в комментариях. Нет, это не знак и минус, это вот. Вот, вниз смотри. Вот, ладно, все, теперь точно, пока-пока. Ооо, я так и знала, что нужно до конца досидеть. Я так и знала, что нужно досиживать до конца. И вам советую досмотреть до конца. Ну, как бы кто досмотрел, то досмотрел, кто не досмотрел, тот все вот, все от того Джоха не любит. И не поцеловал он того, все. Сам виноват. Ты этого как бы даже не слышишь, так что я могу говорить все, что угодно. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. У меня просто сердце из груди выпрыгнет, потому что попугай заснул, видимо, на люстре. А она скользкая, он, видимо, с нее упал, и от нежности начал кричать, потому что он не мог зацепиться за карниз, потому что он, блин, скользкий. А в клетку он почему-то свой не хочет возвращаться, хотя он обычно так и делает. Он обычно днем выходит гулять и возвращается спокойно. Да не возмущайся, Пушок, Пушочек, ты меня тоже напугал. Ты-то чего орёшь? А, блин. Ой, хохма. Don't say you're